улица Чкалова, санаторий Самара. Пройдемся, посмотрим на Кисловодск. Вот наша старина кисловодская. Улица Чкалова, 34. Такой старинный дом тут. А вон, видите, наверху, там пансионат находится, вот это высоко слева, я не знаю, что это. А вот это белое здание, это пансионат. Вот между ними есть дорога, и вот по ней можно подняться на горку, на зеленую горку, это которая ведет туда, в сторону городской больницы. Я делал видео, кому интересно, можете посмотреть. Там спокойный проход хороший, и можно прогуляться. Вот санаторий Самара. Вот такой старинный дом. Вот смотрите, какие тротуары, чтобы видно было все Кисловодск изнутри. Такие тут домишки старинные. Я не думаю, что здесь у них душевые или ванны будут. В городе бани 5-й год нету, не знаю, где они купаются. Вот. Рядом с Грин-парком такие вот домики находятся. Это старинная часть города, улица Авиации. Мы по улице Авиации идем. Вот я специально показываю, какие дома вокруг находятся. По этой улице мы можем выйти на курортный бульвар, на Первомайский проспект. Вот если мы сейчас туда вправо пойдем, мы туда увидим. Вот, а вот это тоже какое-то то ли недострой стоит, то ли что, не знаю. Дом какой-то стоит тут интересный. Вот видите. Пройдемся вокруг, посмотрим на эти старинные улицы наши. А вот это, кстати, сейчас санаторий называется Самара, а раньше он назывался, если я не ошибаюсь, санаторий имени Шаумяна. Вот, вот этот санаторий был. Потому что дальше он идет, улица Шаумяна, и санаторий также назывался. Вот там тоже старинные дома. Я как-то давненько там ходил, но давайте пройдем сюда, вот в эту сторону хочу пройти посмотреть. Вот тут кафе вот открыли. Вот такой тут буфет. Вот. Кафе. Посмотрите, какой тут тоже вид красивый открывается, панорама. Вот это санаторий Луч, прямо высотное здание.
Дальше видно справа Центросоюз, санаторий. Да, благовонно. Вот, Центросоюз и Луч. Ты ничего не ела, Сарди. Да, вот это какой-то недострой стоит. Он, по-моему, уже давно стоит. Сейчас мы Грин-парку пройдем. Вот эта улочка ведет на Первомайский проспект. Ресторан. Спасибо, что сохраняете чистоту. Тут видите, какая вот лестница. Ну, давайте посмотрим и пройдем. Либо по этой лестнице, либо по улице Шаумяна. Подумаем, как нам дальше маршрут сделать. Вот видите, какой-то недострой стоит. И вот таких недостроев в Кисловодске очень много. То ли незаконно построены и брошены. Вот видите, какая панорама открывается тоже. Вот на этой лестнице. Вот отель, спа, современные номера, ресторан кавказской европейской кухни. Охраняемая территория. Вот мы вышли с другой стороны сюда. На улице Шаумяна находится вот этот друзья, давайте. До новых встреч.